Всем привет, меня зовут Алекс, это канал Алекс Киндер Тойс. Сегодня у нас очень приятная распаковочка посылок от подписчиков. Давненько их не было. Надеюсь, удастся закрыть какие-нибудь серии игрушек. Ставь лайк и поехали. И первая посылочка у нас будет от Светланы. Давайте быстрее откроем, посмотрим, что внутри. Пакетик. И миндальное пралине. Шоколадочка. Шоколадочки я люблю. Будет всем попить чаёк в конце выпуска. И у нас тут мини-фигурка Лего. Серия Гарри Поттер. Помона Спраут, декан Пуффендуя и преподаватель травологии. Эта фигурка из второй части Гарри Поттера «Тайная комната». Идет урок травологии. Помона учит пересаживать мандрагору. И судя по выражению лица мандрагоры, ей это не очень нравится. Уши она заткнула специальными штуками, чтобы не слышать крика мандрагоры, потому что маленькая мандрагора может оглушить, а большая даже убить. В другой руке у него волшебная палочка, одета в рабочую одежду. По-моему, я фигурку неправильно собрал. Вот так будет более правильно. Еще в комплекте есть горшок, в который мандрагору и посадят. Как оказалось, в этой коллекции у меня всего лишь три игрушки. Помимо Помоны Спраут, Фред Уизли с чемоданом и Плакса Миртл. У кого из этой серии есть повторные фигурки, напишите мне ВКонтакте, обменяемся. Ну а Светлане большое спасибо за новую фигурку в мою коллекцию и шоколадку. Следующая пухленькая посылочка у нас от Алены. Магнитик с Новым годом кролика. Обязательно его прицеплю к холодильнику. Скрепыш Сбермаркет из последней серии Скрепыши Нью. У меня всего трех скрепышей не хватает для сбора всей коллекции. Мне, похоже, прислали двух. И у меня не достает только золотого. Но где его теперь взять? Есть тут надпись Сбермаркет, а сам скрепыш в виде пакета с покупками. А вот и второй. Это утенок Хрутка. Прикольный, похож на утят из утиных историй. Коллекцию скрепышей Нью можно считать полностью собранной. Не хватает только золотого магнита. Капсулы из-под киндера. Олень С. Снежный. Новогодняя коллекция Киндер Сюрприз. Всего в ней 12 игрушек. И мне не доставало последней, вот этой. Рождественский олень развез уже все подарки и теперь может покататься на санках, отдохнуть в свое удовольствие. Смотрите, как он веселый. Защитные очки нацепил, чтоб снег в глаза не попадал. А то скорость-то нешуточную развивает. Шарфик подвязал, чтобы шею не продуло, развивается на ветру. Как он интересно залез на эти санки. Как обычно, с новогодними игрушками в комплекте идет веревочка, чтобы повесить ее на новогоднюю елку. А еще у этого оленя санки разбираются, и сюда можно положить листочек, зажать, и будет оттиск елочки. Классная новогодняя коллекция Kinder Surprise теперь полностью собрана.
странный фольгированный сверточек. Раскрутим. Ух ты, прикольно! В сверточке печенька с зайчиком. Какой он тут пухленький. Только сколько эта печенька пролежала там? Я не помню, когда мне эту посылку прислали. Но ничего, попробую надкусить ему ухо. Или вообще так оставлю в коллекции зайцев на память. Но это еще не все. Есть большой сверточек. А в большом сверточке у нас шоколадка Шоки-Токи в виде зайца. Правда, на почте ее слегка помяли. Да даже не слегка. Бедный зайчик, за что с тобой так? Большое спасибо Алене за такие нужные игрушки и прикольные сладости. Осталось открыть последний пакет. Самый большой, но очень легкий. Он от Юлии. И здесь всего лишь одна игрушка. Больше ничего нету. Печально. Это у нас Завр из Пятерочки. Логотип самой Пятерочки. Какой он мощный. Ждем в гости. Зайдем. Также логотип Вискаса. Неожиданно котик затесался в коллекцию динозавриков. И мой любимый динозавр Трицератопс. Кстати, смотрите, какой он классный тут получился. Спинку ему подкрасили другим цветом. Мощный острый капюшон. Наросты такие мощные, рог. И глазки, как настоящие. Коллекция завров из Пятерочки наконец-то полностью собрана. 20 игрушек-прилипучек. А что самое интересное, так это баночка. Потому что на крышке у нее заяц ушастый. Везде они меня преследуют. Большое спасибо Юлии за очень нужных завриков. Вот такие классные, а самое главное нужные игрушки, да еще с вкусняшками и прикольным магнитом прислали мои подписчицы. Еще раз огромное спасибо Юлии, Светлане и Алене. Всем пока, подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые видео, жмите на колокольчик, делитесь видео с друзьями, ставьте лайки, пишите интересные комментарии. Ну а я пойду по печуку с вкусняшками.